Привет всем, друзья! Название этого ролика может показаться вам довольно необычным и даже абсурдным, но на самом деле оно в точности отражает правду и слова прозорливого старца Схиархимандрита Лаврентия Черниговского. В 1993 году старца причислили к лику святых за его многочисленные подвиги и чудеса во имя православной веры. Лаврентий Черниговский довольно точно описал события будущего, и все его пророчества до сих пор многим неизвестны. Этот ролик создан для того, чтобы почтить память святого старца и вспомнить его великие предсказания о будущем людей и земли, которые сбывались и продолжают исполняться. Сегодня вы узнаете обо всем, что предсказывал людям православный старец и поймете смысл его самых невероятных пророчеств о будущем. Старца Лаврентия не стало в 1950 году. Еще при жизни его называли «земным ангелом», что напутствовало людей о скором бесовском обращении. Если бы не безупречная репутация прозорливого старца и случаи его заблаговременного проведения, многие бы не поверили в то, о чем предупреждал святой. Слишком уж необычными кажутся непосвященным его слова, а между тем старец еще столетия назад предупреждал братские народы России и Украины о том, что между ними темные бесовские силы проложат огромную пропасть. Цитата: «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это един Бог. Так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, это вместе святая Русь». «Знайте, помните и не забывайте». Старец говорил о бесовском помрачении разума людей, когда брат пойдет на брата с самыми темными помыслами. Он предупреждал о разжигании неприязни между нашими народами и говорил, что все это произойдет не изнутри, а извне. Некое бесовское помрачение умов, что затронет не только наши братские народы, но и многие другие на земле, что ранее жили во взаимопомощи и согласии – чьи граждане дружили между собой, создавали семьи и рожали детей. Без такого раскола невозможно воцарение Антихриста. Только в мире раздробленном, где каждый сам по себе, можно установить мощную диктатуру тьмы. В Евангелии от Матфея написано «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные, по плодам их узнаете». И сегодня эти лжепророки информационными методами убивают вековые связи между людьми. Все для того, чтобы разжигать войны и провоцировать агрессию. Но не столько страшна политическая ситуация, сколько борьба внутри каждого отдельного человека с самим собой. Когда душа мечется между добром и злом, когда в нынешних реалиях человек не может осознать свое место в мире, свою значимость для него и смысл своего существования – Далее приводятся цитаты, слова о будущем святого преподобного старца. Он часто беседовал со своими духовными чадами о последних временах, предупреждал, что нужно быть бдительными и осторожными, так как Антихрист близко. Счет пошел на десятилетия. Вероятнее всего, реалии его слов как нельзя лучше отражают настоящее время. Многое из того, что сказано, следует обдумать и осознать. Не всегда сразу становится понятным, о чем речь. Итак, старец говорил, вот сейчас голосуем, это ничего, да еще не за одного во всем мире, а если будут голосовать за одного, это уже он самый, и голосовать нельзя. Всемирная война приведет людей в ущелье, более никто нигде не останется. Когда останутся два или три государства, будут драться, а вскоре решат, давайте изберем одного царя и изберут. В последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются, а бегут вслед за ними. По домам будут ходить, подписывать за одного царя и будут строго переписывать людей. Зайдут в дом, а там муж, жена, дети. И вот жена станет уговаривать супруга, мол, давай подпишемся, у нас дети, ведь ничего же не купишь для них. А муж скажет, ты как хочешь, а я за него подписывать не буду. Такая трогательная картина будущего. Закрытые храмы восстановят, оборудуют и снаружи и внутри. Купола будут золотить, храмы воссияют. Тогда ждите, он на пороге. Молитесь, чтобы Господь продолжил нам еще это время для укрепления, потому что страшное ожидает. И видите, как все коварно готовится. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. Оходить а те храмы нельзя. Антихриста коронуют как царя в Иерусалимском великолепном храме. К тому времени, чтобы приняли его, на земле останется мало людей, им и выбирать за свою душу. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы прельстить. Антихрист будет происходить от блудной девы, 12-го колена блудодеяния, уже отроком он будет очень способным и умным, особенно с тех пор, когда, будучи 12-летним мальчиком, гуляя с матерью по саду, встретится с самим сатаной, который, выйдя из бездны, войдет в него. Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет «Не бойся, я буду помогать тебе». И из этого отрока созреет в образе человеческом антих. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно. Святой угодник Божий говорил – Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица Антихриста и слышать его богохульную речь, его обещание всех земных благ. Тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением, и вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне. Это первая часть пророчеств Лаврентия Черниговского об Антихристе рассказывает нам о временах, когда на земле существенно сократится численность населения. Это и понятно, если будет много стран и государств, навряд ли каждая из них согласится стать частью единого и общего государства с принципиально новой властью, которую еще предстоит избрать. Если же на Земле, согласно предсказаниям Старца, останутся всего несколько стран, то путь выбора единого правителя вполне себе предсказуем. Но тут вмешивается и другое пророчество. Даже если допустить вероятность критического снижения общего демографического показателя населения Земли, то это должно произойти по причине совокупности неблагоприятных событий или условий жизни. Ну а чтобы исчезли целые континенты и страны, одних политических и социальных проблем недостаточно. Нужно вмешательство какого-то сильного природного фактора, события глобальных масштабов. О нем говорят сейчас многие и связывают его наступление с датой, о которой говорила Ванга. Перед тем, как продолжить откровение святого старца, вспомним несколько других перекликающихся с его словами пророчеств. День Пяти Двоек и единственная подходящая дата это 20 февраля 2022 года. По крайней мере, из ближайших зеркальных дат в нашем столетии. Некоторые из вас, судя по комментариям, связывают зеркальную дату с двойками и воцарение зла на Земле, но в другую дату – 22 февраля 2022 года, что при сложении дает шестерки и читается с начала и конца одинаково. И это две шестерки, а третье – есть количество двоек в дате, которых тоже шесть. И несмотря на то, что Ванга говорила о пяти двойках, красиво выстроенные цифры сегодня вызывают немало дискуссий о будущем. О нескольких оставшихся континентах на нашем канале есть еще немало пророчеств, причем о новой карте мира говорили люди разных эпох, начиная от Нострадамуса до Эдгара Кейси и ясновидящего Мехди. Он, рисуя картины, одну из них сделал перевернутой. Измененная карта Земли, где отсутствует много стран и континентов. Такое предстала Земля перед ясновидящим. Но вернемся к святому подвижнику. «Как все это будет происходить?» – спросили его духовные чада. И старец ответил, «На святом месте будет пусто, и будут показывать скверных обольстителей мира. Они, слуги зла, будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить сложные чудеса. И после них явится ложный мессия, и весь мир увидит его одноразово. Старцы спросили: Где это будет происходить? Не на святом ли месте, в церкви? Преподобный ответил: Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей. Многие скажут: Нам нужно смотреть и слушать его, и пойдут новости. В новостях-то он и явится, пойдет против христиан отказавшихся от его прельщения, ждут гонения. Никуда нельзя будет пойти, купить, продать, ничего. Даже в церковь нельзя, можно лишь в пустынные и забытые места. Туда придут и не увидят ничего, а Господь им поможет и не оставит их. Он будет питать и поить своих искренних подвижников, будет их оберегать. Когда земля не даст урожая, люди придут к обольстителю и попросят еды. А он скажет им «Я ничего не могу сделать, земля пустая». Когда высохнут реки и озера, говорил святой старец: Знайте, это продлится целых три года, но для своей Господь сократит это время, оно пройдет быстрее. Истинно верующий не увидит ложных знамений, такова воля Бога. В 1950 году, предвидя свой скорый уход, Лаврентий Черниговский собрал вокруг себя духовных дочерей. Были и те, кому не исполнилось двадцати, которые остались сиротами в годы войны. Собрал и сказал, из вас, чады мои, многие доживут до этого страшного времени. Одна девушка спросила, кто увидит это. Ты, молодая, можешь дождаться, сказал старец, выбирай, или земное, или небесное. Перед этим слабых не останется, Господь спасет их, заберет к себе. Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на литургию, на которой приносится бескровная жертва за грехи всего мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь, чтобы Господь укрепил вас. Ну а что же случится после? По прошествии трех тяжелых лет из предсказания, мы нашли в книге о святом старце. Читаем: Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит Могучее Царство. Окормлять его будет Царь Православный и Божий помазанник царь будет от Бога. Нужно твердо знать, что Россия жребий царицы небесной, и она о ней заботится, и ходатайствует о ней сугубо. И надо помнить, что един Бог, едина вера и единое крещение. Господь Иисус Христос создал одну церковь, а не церкви, которую не одолеют и адовые врата. Такими были предсказания будущего от святого старца Лаврентия Черниговского. Что вы думаете об этом? Давайте обсудим в комментариях, о каком времени шла речь и подходит ли описание под наши дни. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно было для вас интересным. Подписывайтесь на канал и переходите на наш официальный сайт, где без рекламы можно почитать статьи о будущем и посмотреть актуальную подборку видеороликов о том, что нас ждет. Спасибо за внимание. До новых встреч.